Итак, всем привет, дорогие друзья! Настало время новых приключений. Сегодня мы отправляемся на водопад «Райское наслаждение». Судя по названию, что-то будет очень-очень интересное. Или даже райское. Вот, поэтому пойдемте, посмотрим вместе. Ну и вот он, маленький затык очередной. Пришли, все закрыто. Ну что, ради контента сейчас будем перелазить, да? А вдруг там большая собака и нас сожрет? Это не точно. В общем, будем как-то пробираться куда-то. Блин, спустились, но грязный просто в хлам. Причем Маша тоже. Вот оно какое, это пресловутое райское место. Сейчас я иду по подвесному мосту, хоть и не туда иду, но я должен был по нему пройти. Ну, достаточно интересно, красиво. Они, правда, сейчас закрыты, не работают, но я думаю, в сезон летом здесь обалденно, просто обалденно. Поэтому рекомендую, однозначно. Нам, как обычно, не имется, и мы пошли дальше по тропе. А вот это уже больше похоже на райское место. Смотрите. Определенно, летом здесь очень интересно, очень красиво и классно. В этой заводе можно искупаться. И это, наверное, одно из топовых мест будет в моем личном рейтинге. О, красотища, смотрите. Но нам все равно не имется, и мы идем дальше посмотреть, потому что Maps.me показывает водоскат или водосток, что-то такое.
Я, правда, думаю, это вот этот вот камень, по которому стекает вода. Но, возможно, что и нет. В общем, посмотрим. Но здесь очень красиво. Это значит, что мы ставим лайк, подписываемся на канал и комментарии. Обязательно. В этом, наверное, вся суть человека. Ты можешь найти безумно красивое место, ты можешь найти райское наслаждение, но ты пойдешь дальше в надежде, что будет лучше, красивее и интересней. Да? Да. Поэтому мы идем снова дальше. А дорога-то не очень. Я не знаю, видите вы или нет, но собаки нас догоняют. Всю дорогу с нами. Я пообещал, что если он догонит нас или она, я дам колбаску. Собакин, давай! Му-му-му-му. Иди к нам! Собака сегодня главный герой всего видео. Она с нами, несмотря ни на что, всю дорогу. Идет вброд, хотя лапки маленькие, вся уже мокрая. Поэтому не мне ставим лайк, не этому видео. Ставим лайк собаке. Лайк, подписка, колокольчик обязательно. Собакин молодец. Блин, только он идет дальше, а мы планировали здесь покушать. Вот я снова на этом подвесном мосту с разницей, наверное, часа в два. На этом наша прогулка закончилась. Возвращаемся к машине. Очень красивые места. Обязательно рекомендую их вам. И сейчас я обязательно вставлю то, как можно добраться сюда. Либо просто координаты. Место очень хорошее. Рекомендую. Пока. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, комментарии под видео. Ну и путешествуйте. Особенно по Сочи. Ну, смотри, я только камеру беру в руку, она, конечно, не подходит.